Неизвестные повредили могилы на Челябинском кладбище. Сколько именно памятников разрушено, сейчас подсчитывается. Хулиганов ищут. Инцидент произошел на Митрофановском кладбище. Разгромленные памятники заметили сотрудники кладбища. Они обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм». В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению и содержанию лиц, причастных к совершению данного преступления. Уже посчитали, что на погосте оказались повреждены надгробия. Уже насчитали около 40. Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».